уходить, и мы видим, что Хан стал Дендемоном. Фатма стреляет. Где-то еще одна и, ух, как Сяо-то, вот он пин, да? Дэнди, хук, хавает, Сяо-эйт, не успевает. Dragon Claw, да, это Dragon Claw. Паник опять целится. И четко попадает Паник. Дэдди очень далеко отсюда. И поэтому все равно вытягивает. Пойдет они сейчас за землю. Таня уже охотится. Восьмой левел уже Дэнди видит ДД. Прячет его, иди сюда, просто продолжает Дэнди, дабл килл, дальше. Что ты стоишь? Иди в атаку, короче. Дэнди идет, видит сентри вард, но его тут видят. Дэнди, ему не важно, есть ли здесь вард или нет, его ДД копает. Проседает очень сильно ДД, кулдаун туда отлетает от Сайвера. Дэнди получает очень больно, Дэнди пытается до конца подыметь, хорошо, есть уже даблкил Сайвера, сюда забросили. И должен Пак хорошо еще войти, Пак вошел, дал Сайвер, Дэнди по-прежнему живой. Дэнди в толпе может хукануть кого-то, хукает Дэнди, сам умирает, там байбек сделал Куроки, в итоге Сяо Уэйт прочитает очень сильно. Фаникс ДД, такие куски отрывает нереальные просто от Сяо Уэйта. Остался одна тычка, курица здесь летит команды, LGD курицу, всех давай просто туда под одну жатку. Дэнди уже здесь, лол. Хорошо. Сейчас Паник умрет просто от катапульты, не? Сейчас ты умрет. Ну, это ему вряд ли поможет. Куроки, правда, застилил у Дэнди. То есть, как бы, Дигнитас, который уже сидят в зале и смотрит на пик Нави, понимает, что, типа, это же сейчас чудо какое-то случится. Дэнди, иди сюда, Сайлер, говорит Дэнди Мон, и вгрызается в него.